Всем привет! Сегодня с вами Герасим Шоу, и сегодня мы, можно сказать, сегодня это будут, можно сказать, игры на заказ. Ну, мне эту игру никто не заказывал, но просто я захотел посмотреть, что за игрушечка. И хочу сказать, что эта игра называется она Metal War что-то Star, Metal War Online называется. Что я хочу вам сказать? Это игра типа подобие танков онлайн и World of Tanks. Я так подумал, поиграл тут один раз, я тоже сейчас с вами поиграю. Я так подумал, я думаю, это в эту игру будут играть люди те такие, я думаю, первое, не нравятся танки онлайн и World of Tanks, или кому нравятся танки онлайн и World of Tanks, и хотят что-то так объединить. Эта игра, можно сказать, сейчас входит в Steam, но она не входит, она там под Steam, у них какая-то группа есть под Steam, не помню, как называется. Там голосования идут, чтобы ее взяли в Steam. Ну, что я хотел вам сказать, тут есть 4 класса, это, хрен знает, как называется эта машина. Я не знаю, как эта машина называется, сейчас вернуться в игру. Не знаю, как этой машинки называется магазин. Тут есть тоже премиум. Тут есть премиум, это, вот, тут есть Аска, Мист, Фрон Никс и... быстро. Ну, это, можно сказать, такие 4 класса. Я выбрал Аск, это просто штурмовик, как я понял. Просто штурмует и стреляет. Тут есть исследование, как в вот. Тут исследуешь, качаешь, и потом идешь дальше, дальше и дальше. Но тут нельзя смотреть дальнейшую прокачку, но... Тут, как я понимаю, еще будет много-много-много режимов, типа захват карты, такая хрень. Давайте пойдем в бой. Эта игрушечка мне понравилась, но в управлении она как-то не айс, она мне не понравилась, я нажимаю вперед на газ, и такое чувство, что ты держишь в руках камень, правда, самый настоящий камень держишь в руках, и, ну, если вы думаете, ну, мнение, не знаю, какие у вас будут, у меня вот, если никто не знает, она сейчас должна будет вылететь где-то здесь, где-то тут. Где-то должно было вылететь. Но тут 10 секунд. Так. Ну, тут, как понимаю, все такие гигантские танки взяли. Тут тебе дают 80 тысяч каких-то голды, и ты можешь купить на что угодно. Ну, я первый купил вот этого красавца, но. Так, поехали. Так, можно забор снести. Ого, кактус! Слава богу, можно сносить. Так, тут есть, когда ты умираешь, а ты возрождаешься, это самое тупое, что могло придумать, это сразу видно, что с танков ланстерили. Как понимаю, задача, кто больше убьет или кто захватит базы, как понимаю, тут еще базы есть какие-то. Тут как-то физика не айс, знаете, физика еще не айс. Так, захватили базу, поехали туда. Музыка прикольная, да, хочу вам сказать, музыка тут, так, треки хорошие и очень прикольные треки. О господи, я тебе сейчас, наверное, я тебя порву как грелку. Так, хрен знает где жизни. О господи. Вот он, сука, поддержка. Я ничего не вижу, GTA. Ой, извините, я кашляю. Я болею. Еще с открытым окном играю. Вообще офигенно. Хардкор. Что-то я ничего не вижу. Вот, нашел жизни. Турели. Наш турели нож. О, офигенно. Могли бы сделать типа какой-то супер газ. Ну, если нажимаешь Shift, это как у нас в танках. World of Tanks. Так, поехали. Озвучка русская, потому что русские это. Так, кай, поехали, go. Тут нет такого хрени, как на таран. Ой, бля, кого я стреляю, господи. На трупы. О, господи, своего. О, господи, маленькие карапузы. О, поддержка! Ну я как-то. Тут я думаю, что если руки растут откуда надо, тут сдохнуть точно нельзя. Ну, в том смысле, если руки растут откуда надо.
Вот убийство. О. Так, сбой системы. Так, вау, даже такая хрень есть. Вау, круто. 5% жизни осталось. Если меня сейчас кто-то накроет. А, вот меня убили. А, и тут мы, ну, можем пополнить так далее подобие. Но мы можем потом смотреть. Как-то можно смотреть сейчас, как... Я не помню, как... А, вот, колёсико мышки. Ну, тут такое круто. Ну вот, как понятно, тут можно менять корпуса, ну, цвет корпуса. Интересная игра. Сейчас я приду, мне там зовут. Я вернулся, так. А, так, поехали. Ух. Так, ну, управление такое плохое, я вам сразу скажу. А. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Уи-у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 и. Так, поехали, поехали, поехали. Наш турель любили опять. Поехали по боку и проедем. Где? Есть кто-нибудь? Вот, блин, а, сори, я ракету выпустил зачем-то. О, господи, как она сразу меня увидела? Давай, 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 ракета, 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 ракета. Убил. Сбой системы, офигенно. Вон, меня два раза убили. Когда я первый раз играл, меня убил только один раз, и я убил там куча людей. Так. Ташка. Так. Ну, как вы видите, тут можно как можно за монетки, за голду взять и ну, не ждать время, секунды. Хрен знает что. Так, давайте посмотрим наших людей. Ну, такие крутые танки. Ну, да, можно было купить не этот. Нажимаем в бой опять и поехали. Тут можно красить, делать внешний вид, там прокачивать, как мы, пушки. Ну, можно сказать, все как в танках Line World of Tanks. Тут, можно сказать, половину из этого взяли. Ну, как сказать, и тут 50%, и тут 50%, я думаю. Ну, я еще как-то не помню. Ну, да, время возрождения это точно взяли из танков, но... Там мы быстрее возрождаемся, умерли и сразу в игре. А тут надо еще ждать так, 15-20 секунд. Ну, видно, там еще прибавляется, как понимаю. Там, если там умер третий раз, там больше. Там, видно, я что-то не заметил. Вот, второй раз как-то. Так, и тут есть автонаведение, как понимаю. Хорошая штучка. Так. Фиг знает, есть тут типа слабые места, тут как в, ну, как в танках, не знаю. У меня почему-то патроны кончились. Уху, бэби, я убью тебя. Второй подряд. Так, поехали. Ой, извини, большой танк. О, господи, меня тут вообще накрыло. Опаньки, ракета. У меня сейчас будет сбой системы. Стопудняк. О, турель. Офигенно. Нет, турель не вышел. Ну, такая игрушка. Что-то мы долго. Поддержка. Ну, мне поддержку дали.
круто. Ну, как понятно, тут, ну да, очень интересно. Ну, если вам понравилось, вы можете поиграть, посмотреть, что как. Но я так думаю, я бы не предлагал тем людям, такие любят там, типа. Ну, там, типа танки или World of Tanks. Просто. Ну, это, можно сказать, игра на того, кто вообще не, я думаю, не видел танков онлайн и World of Tanks. Я думаю, просто. Когда первый раз поиграл в эту игру, меня первый штошнило в туалет. Не знаю почему, но как-то так. Да. Знаете, я лучше пойду. А нет, ну еще один раз. Я еще проиграю. А нет, я выиграю. Сейчас после этого боя я пойду в танк. В танки онлайн. Наши любимые танки онлайн. Что-то я давно не делал танки онлайн. Давайте. Сейчас после этого боя пойдем в танки онлайн. Вообще сразу. Не сразу, ну, а через пленку. Так, поехали. После этого выпуска будет танки онлайн, супутняк, я вам уверяю. Танки, ваши любимые танки онлайн. А, так. Ух, ой, пошел в жопу, противник. Я должен убить эту какашку. Е, я убил какашку, и меня убили. Так, ну блин, я вот как я понял, да, время прибавляется, когда ты умираешь, тогда и так подобие, как я понял, да. Ну тут лучше не умирать, а просить, что тебя починили. Просто есть такая машинка, как инженера, и она чинит, когда как. Но это не инженер. Что-то мало инженеров в команде. Вообще нет инженеров. Да, вообще инженеров нету. Даже у них нет инженеров, понятно. Никто не любит хилов, как я понял. Так. Извините, что болею. Это мы так хорошо потусили. Вот. Ну вот. Да, давайте в бой. Что делать? Ну, как моя их задача уничтожить вот эту хрень. Наша база, да. Да, да, ну, им надо вот эту хрень. Это как Dota 2. Они еще из Dota 2 взяли. Как моя... Левый поворот. Так, турели, мочим. Ракеты, ду-ду-ду-ду. Ой, я попал. Я ловлю. Ты чё, на меня тут? Какашка. Какашенька. Иди сюда. Чё, на меня тут, а? На, ракета тебе. Жалко тут на таран можно? Нет, нельзя. Я люблю на таран в танках. О, сбой системы, офигенно. Сбой системы, да, как в каком-то робокопе. Я должен убить его, суку. И второй подряд, все, чуваки, не паримся. Все, чики-пуки, все, выиграем. Так, а можно как-то вылечиться, ну, типа, в это поле, типа, нет? Что за тупая игра, где нельзя там типа полетиться? Ну я знаю, там в танке онлайн можно взять там аптечку взять. В World of Tanks, да, там нельзя полетиться, там можно типа сделать ремонт там гусеницы или так далее. Ну да, там как-то да. А тут почему нельзя? Какого хрена? И тут, ну да, видно, инженер лечит, и инженеров тут нет. Господи, какого маразма? Да иди в жопу своей базой. Мне обратно ехать. Тут даже нет. А, все, промолчу. Я хотел сказать, тут нету дрифта. Есть дрифт. Тут есть дрифт. Слабо есть какой-то плюс. Дрифту. Ну, тут плохой дрифт. Да, тут плохой дрифт. Давай, я тебе помогу, какая разница? Давай, я помогу. Я уничтожу нашу базу. Пофиг. Ракета вообще дыла, давай. Давай, мочи на нашу базу. Давай, мочи базу, мочи, чё ты?
За сколько играть в эту игру? Я первый раз вообще как чит. Ну все, это можно сказать все. Ну все, наш, да, наша база все. Проигрываем, мы проиграли. Ну да, мы проиграли. Ну я могу выйти, как мы вернулся в гараж. Да, я вернусь в гараж. Пофиг на эту игру. А, да, вот еще машина в бою еще, типа это. Ну вот тут 4. Вот инженер, вот эта машина, как моя купить, вот она и вот. Прочность. Масса, она вот и начинит. Ну, тогда мы пойдем в танки онлайн. Если вам понравилась эта игра, ну, поиграйте там немножко. Ну, если нет, тогда не устанавливайте даже. Не пытайтесь. Задание завершено, бой, задание, вот видно машина вернулась. Тут есть просто какие-то задания, типа прийти первым, там вторым, там так далее подобие. Ну, такая хорошая игра. Ну, это, можно сказать, игра для тех, кто любит танки онлайн, World of Tanks, и еще плюс квесты, еще Dota 2, как я понял. Ну, у меня такие мнения, я не знаю, у кого как. Ну, если у кого-то и будут вопросы, задавайте, я вам отвечу, если что. Ну, я там тоже поищу. Ну, давайте, всем пока, я в танке онлайн. Все, всем хорошего дня.